Всем привет! Меня зовут Алена, и мы сегодня поговорим о приобретении устройств предприятием Телии. Лена, привет! Привет! Спасибо, что пригласила. Всегда пожалуйста. Скажи, пожалуйста, я знаю, что многие фирмы для рабочих моментов покупают своим сотрудникам различные оборудования. Я услышала про услугу в Телии, что фирма может приобрести по какой-то схеме различные телефоны. Расскажи, пожалуйста, про эту услугу немного поподробнее. Да, действительно, такая услуга есть. Она называется «Приобретение устройства предприятием». И в данном случае это очень удобное решение как для работника, так и для работодателя. То есть смысл в том, что часть стоимости устройства платит работодатель, и часть доплачивает сам работник. Скажи, пожалуйста, как эта услуга действует? Для начала предприниматель должен обратиться в Телия к своему халдеру для заключения услуги. Далее предприниматель назначает лимиты на покупку мобильного устройства. Это может быть лимит одинаковый для всех работников, либо лимит установленный по принципу, как предприниматель решит, то есть он может быть у каждого свой. И далее работник при покупке телефона расходует часть лимита, который ему установило предприятие, и часть суммы доплачивает сам, если он выбрал, допустим, телефон дороже, чем установленная сумма. Например, я как работник выбрала себе телефон, куда я должна идти, с чего я должна начать? Но для начала нужно зайти в Е-магазин как частное лицо. Там будет видно, какая скидка установлена в конкретном случае для тебя. И когда ты оформляешь телефон, добавляешь его в корзину себе, ставишь галочку, что хочешь расходовать данный лимит. Тогда оставшуюся сумму ты можешь выкупить сразу, ты можешь взять на рассрочку или оформить каким-то другим способом. И кто является тогда владельцем этого телефона? В данном случае владельцем остаешься ты, то есть владелец мобильного телефона, не фирма. Что означает автоматически, что все, скажем так, расходы по, допустим, если устройство сломается, расходы по ремонту и все остальные расходы несет на себе ты, частное лицо. Частное лицо. То есть фирма в данном случае за это расходы не несет. То есть никаким образом, значит, это оборудование на балансе в бухгалтерии не отражается? Абсолютно, нет. Хорошо. И если что-то случится, то гарантия у меня получается как у частного клиента, не как у бизнес-лица. Совершенно точно. У бизнес-клиента, например, в случае с айфонами гарантия 1 год, у частного лица гарантия 2 года. Соответственно, это, ну, скажем так, лучше для тебя. Есть ли ограничения для фирм, чтобы подсоединиться к этой услуге? Например, 100 телефонов или 200, или минимальное какое-то количество? Нет, услуга не ограничена. Для предприятия это удобно тем, что предприятие не должно оформлять один телефон в отдельности, каждый телефон по отдельности. То есть он суммируется, все телефоны, купленные за месяц, и в конце месяца, в начале следующего месяца выставляется один счет. Поэтому для предприятия, бухгалтерии это точно так же очень удобно. Спасибо тебе большое за информацию, очень интересная услуга. Пожалуйста. И встретимся через неделю с новыми новостями.